Андрей Малахов больше не обижается на Дмитрия Борисова. Накануне они встретились на красной дорожке премьеры фильма «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко. Вместо того, чтобы пройти мимо с недовольными лицами, звезды телевидения неожиданно обнялись и стали мило общаться, будто и не было никакой ссоры. У Малахова появились претензии к Борисову во время его перехода с Первого канала на «Россию-1». Все началось с том, что он, увольняясь, предложил продюсерам шоу, пусть говорят, отдать его должность Дмитрию. А потом Андрей случайно узнал, что его коллега уже снимается в новых выпусках и даже не счел нужным обсудить с ним этот момент.